Ого, ничего себе, смотрите, новые боссы какие, жесть. Но это же не армрестлинг. Да, ребят, это не армрестлинг, нам здесь надо с вами тянуть канат, как я понимаю. Ну-ка, давайте попробуем вот этого нубика одолеть. Ого, вот это да, ну-ка, тянем. Я не могу выиграть, ребята, он меня перетянул. Просто жесть. Так, мне получается, можно тренироваться. Давайте попробуем вот так вот потренироваться. Вот, смотрите, то же самое, как и в армрестлинг симулятор, только... Здесь перетягивание каната, прикиньте, ребята, вот это прикольно. Тут у нас, конечно же, есть вот такие всякие наградки. То же самое, смотрите, все, давайте попробуем спин крутануть. Какой-нибудь сейчас бонус, может, получим. О, еще два спина я получил, ребят, прикольно, бесплатные спины. И, о, это у нас, видимо, бег, ребят, смотрите. А, нет, это endurance, это типа выносливости. О, еще. Отлично, слушайте, мы с вами сейчас, мне кажется, сможем одолеть этого нубика. Ого, я три раза получил, ребята, endurance, прикольно. Давайте вот так вот еще крутим. О, я еще раз могу крутануть. Жесть, ребят, сколько раз мне уже повезло, да, смотрите. О, какие-то бустики. Это, конечно, очень круто, ребят. Поэтому давайте мы с вами все награды абсолютно забираем. Смотрите, еще раз endurance. Прикольно, давай еще разочек крутим. И что нам выпадет? Какой-то буст. Давайте посмотрим, что у нас здесь вообще за бусты. Реально, прям вообще супер копия, ребята. Давайте вот так. X2 тренинг у меня, да? О, поскольку я прокачиваюсь. По двоечке, ребят. Я по двоечке качаюсь. Прикольно. Тут, смотрите, есть какое-то супер яйцо с питомцами. И заканчивается через 3 дня. Ну, слушайте, ребят, в принципе, можно попробовать его задонатить, да? И тут, смотрите, X2 бицепс. Давайте вот так вот сделаем, тоже задонатим, ребят, все. А чтобы у нас и бицепс пауэр, и все-все-все было, ребят. Вот так вот, отлично. И, наверное, надо, ребята... Кстати, смотрите, 9 питомцев. Давайте 9 питомцев сразу купим. Смотрите, я трачу все абсолютно свои рубаксы, ребят. И сейчас мы с вами станем супер крутыми. Давайте мы с вами посмотрим, у нас есть какие-нибудь пэты? Нет, пэтов никаких нет, к сожалению. Зато у нас есть дели, вот так вот штука. И, ребята, мы сейчас попробуем с вами одолеть нубика. Ну-ка, мне кажется, я его одолею. Ну-ка, давай. Вообще легко, ребят. Вообще не почувствовал. Ну-ка, а вот здесь интересно. У меня 623 силы. Давай. Тоже легко, ребят, легкотня вообще. Ну-ка, 7к. 7000 перетянем или нет, девчонку, ребят? Ну-ка, давай попробуем. Ну она сильная, смотрите, ребята. Но я вроде бы ее перетяну. Хотя вот вопрос. Вот он вопрос, ребята. Смогу ли я ее перетянуть, да? Давай. 5000. Ну, в принципе, да, ребят. Я должен 600 силы, ребят. Смотрите, девчонку выигрываю и перетягиваю ее. Почему-то, кстати, только во весь экран у нас эта непонятная веревка, да? Почему-то не видно, как мы ее перетягиваем. Ну все, я ее победил, отлично, ребят. 25 побед мы с вами получили. Забираем вот так вот наградки, ребят. Так, ну и давайте мы, знаете, что сделаем. Я хочу вот так сходу за 1999 робаксов купить себе вот это яйцо, ребят. Даже 10 штук. И, ребята, если вы еще лайк не поставили, обязательно ставьте. А я вот таким вот образом беру и покупаю за 2000 робаксов, ребята, 10 яиц. Ну и давайте смотреть. О, сразу 10, легендарка. Так, ну и все, их экипирую, ребят. Так, как я могу их экипировать? Давай. 1400, ребят, офигеть. 1400, самый крутой, ребят. Давайте вот так вот экипируем. И все, ребят, все, получается, я их все экипировал, и самый большой у меня вон тот. Так, ну и давайте мы с вами попробуем попрокачиваться. Поскольку мы будем качаться... Ребят, это жесть. Я могу последнего босса, скорее всего, уже одолеть. А у него 1 миллион, ребят, смотрите. Жесть, вот это я прокачиваюсь, ребят. Тут, кстати, випка какая-то есть. X3 Power. Ну, у меня, кстати, рубаксы кончились. Надо, ребята, пополнить рубаксы будет. Вот, кстати, вип-штука еще есть. Но мне кажется, я и без вип сейчас могу пройти дальше. Это просто капец, ребята. Давайте попробуем одолеть босса. О, смотрите, лава какая-то. Я сейчас смогу его одолеть, мне кажется. Вообще легкотня, ребят. Я могу, наверное, дальше пройти. И давайте-ка посмотрим, куда я сейчас могу пройти. Так, а, кстати, я же, наверное, могу еще себе вот так вот купить, да? Экипируем по 35. Ну, и поскольку я прокачиваюсь... Так, подожди, автотрейн. Давайте так включим. О, жесть, ребята, у меня 2 ляма уже.
А, надо 15 тысяч побед, нифига себе, что пройти дальше. В принципе, так же, давайте мы с вами вот так вот автофайт включим и посмотрим, как он у меня будет файтиться. Ну-ка, бам-бам-бам, все, вообще легкотня, ребят. Ну, мы сейчас с вами, кажется, пройдем очень быстро следующую локацию. И вот вопрос, вторая локация последняя или нет, ребят, как вы думаете? Давайте так вот заберем наградку и пусть у нас он автофайтится, потому что силы, ребята, у меня очень и очень много стало. Надо, кстати, посмотреть, в топе я есть или нет. Там чувак подбежал ко мне сейчас и написал смайл Фредди топ. Да, прикольно. У меня уже 3000 побед, ребят, давайте сейчас нафармим 15 тысяч и пройдем дальше. Ну и что, ребят, смотрите, нам остается последний раз его победить, и мы с вами пройдем в новенькую локацию. Так, получается, да, все. А, я не успел, ребята, не успел отключить автопрокачку. И поэтому, ну вот все, надо автофайт вырубать. Все, мы с вами вырубили автофайт и погнали в новую локацию. Я перешел, да, ребят, смотрите. Так, тут у нас что-то новенькое. Кстати, предыдущую локацию я могу пройти, а вот уже в следующую, ребята, вау, что тут? А нет, вот, смотрите. Мне надо победить демона, чтобы пройти дальше. 625 лямов. Офигеть, ребята. Так, это у нас питомец какой-то, да? Одно самурай эгг. Давай, кстати, посмотрим. Может быть, какой-нибудь прикольный. Не, 4,6, ребят. Ну, мне, короче, надо прокачиваться. Давайте мы с вами займемся прокачкой. Кстати, здесь есть перерождение. Я могу делать много перерождений подряд. Отлично, слушайте, прикольно. Я сделал себе много перерождений. Давайте будем с вами вот так вот прокачиваться. Вау, чё-то я, ребята, вообще супер жестко качаю. Смотрите, у меня 6 миллионов уже. Кстати, тут у нас, наверное, что-нибудь новенькое, да, уже? 35 миллионов стоит, офигеть, ребят. Ну, в принципе, мы с вами можем приобрести себе, наверное, уже сейчас вот эту, да, штуку. Ну-ка, давайте посмотрим, она у нас сама приобретается? Нет, а, это, подожди-ка, это за бицепс, да, вот нам вот эта штука нужна. А, ну да, она, в принципе, сама экипируется. 175, ребят, я теперь прокачиваюсь. Так, давай вот так, автотрейн. Все, погнали, по 38 миллионов. Жесть, ребята, я могу уже вот этого побеждать, давайте, знаете, что? Мы сейчас, мне кажется, даже сможем пройти и дальше. Если мы с вами сейчас круто нафармимся, я смогу и пройти дальше. У меня уже 80 лямов, ребят. 90, 100, жесть. Давайте вот эту штуку экипируем. По 250 мы сейчас будем с вами фармить. Вот так вот. И обалдеть. Я могу вот этого уничтожать уже. Давайте посмотрим. Это у нас какой-то ангел. И я его сейчас одолею. 350 тысяч получил, ребят. Жесть, 350 косарей, обалдеть, давайте так вот забираем награду, ну, кстати, она мне, в принципе, не особо-то и нужна, да? Давайте мы автотренимся, нам надо 625 миллионов, это рекомендуемая, ребята, рекомендация от разработчиков. Давайте, кстати, посмотрим, мы с вами купили X2 бицепс себе, подожди, а зачем я тогда бицепс не качаю? Если у меня X2 бицепс, почему я бицуху не качаю, ребят? Надо бицуху тогда качать, чтобы быстрее прокачиваться, жесть, у меня 213 миллионов уже, давайте. Давайте посмотрим, что мы с вами еще-то купили. Так, мы купили с вами X2 бицепс и 9 питомцев. Ну да, за счет этого, ребята, мы с вами так жестко развиваемся. Тут у чувака, вот смотрите, 12 миллионов, а у меня уже 265. Это капец какой-то, ребят. Да уж, я прокачался знатно. Давайте попробуем сейчас докачать себе 600 миллионов и посмотрим, как мы вот этого демона сможем одолеть. Ну что, ребят, смотрите, у меня почти 600 миллионов, и мне кажется, мы сейчас с вами сможем этого демона уже одолеть. Давайте попробуем. Вот так вот, смотрите, демон. И мы с вами вот так вот берем. И 575 миллионов, в принципе, я думаю, мы с вами его легко одолеем. Хотя, смотрите, он все равно сопротивляется, поэтому... Сколько я получил? 7 лямов. Я 7 миллионов, ребят, получил. Мне кажется, я сейчас могу накопить и пройти в следующую локацию. Жесть, вы смотрите, что происходит. Вообще легкотня. Давайте мы, знаете что, сейчас немножечко с вами докачаем. Например, сделаем 625 именно. Да, жесть, смотрите, как жестко я прокачиваю себе силу. У меня уже сейчас будет 700, ребят. У меня 700, офигеть. Сейчас, смотрите, вообще без проблем я его уничтожаю. И мне кажется, да, ребят, давайте 150 лямов накопим и посмотрим, что там за третья локация. Может быть, там будет что-то поинтереснее и посерьезнее какие-нибудь боссы. Потому что пока, ребята, смотрите, вторая локация, мы с вами вообще с легкостью проходим. Но это все благодаря донату. Я сдонатил, ребята, и вот такими темпами очень круто развился. Ну и, ребят, смотрите, остается
последний раз мы этого демона с вами сейчас одолеем. И у нас будет 150 миллионов. Все, ребята, отлично. Мы с вами можем пройти в новую локацию. О, новая локация реально существует, ребят, смотрите. И чтобы пройти дальше, ну-ка давайте сразу. Coming soon, это последняя локация. И, ребята, смотрите, это у нас печенюшка-босс. Последняя. Так, ну, давайте мы с вами, наверное, сделаем себе перерождение, да? Потому что мы можем себе это сделать. Вот таким вот образом наделали мы себе перерождение. И погнали автотрениться. По 10 миллионов. Так, подожди, нет, надо. Так, я даже не знаю, ребят. Я потратил так много, получается, побед, что даже не купил себе новые штанги, да? Или гантельки, что тут у нас такое? Так, давайте мы сейчас... Где здесь это эспандер, я не понимаю. Так, ну, нам надо прокачиваться. Вот, нам надо бицуху прокачивать, ребят. В любом случае, так, чтобы победить первого босса, надо 12 миллиардов уже, а с последнего 100 миллиардов. В принципе, мы с вами развиваемся достаточно быстро, да, смотрите, ребят. У меня уже 300 миллионов. Тут, чтобы сделать 12,5, в принципе, не так много надо. У чувака вот он бегает, у него 900 миллионов, ребят. Но у него не так много питомцев, и поэтому, мне кажется, я развиваюсь быстрее, чем он. Да, ребят, я намного быстрее, чем он развиваюсь, поэтому давайте мы так еще сделаем. Во, сейчас буду еще быстрее, ребят, потому... Офигеть, сколько я получаю, это жесть просто... А, вы посмотрите на мои цифры. А, надо посмотреть, ребят, это последняя у нас гантелька или нет. Вот гантели, ну-ка. Нет, ребят, это еще не последняя гантеля. Последняя гантеля будет на 10 миллиардах, прикиньте. Сейчас мне надо сделать 1,2. Я, кстати, уже сделал. Давайте мы вот так вот экипируем. Дальше прокачиваемся. Жесть, ребят, у меня 1,5 миллиарда. Мне кажется, я сейчас скоро смогу одолеть и последнего босса, ребят. Смотрите, мы с вами просто сейчас сможем пройти всю игру за одно видео. Я такого, кстати, не ожидал. Интересно, а где здесь топы? Интересно посмотреть на топы. Где здесь топы? Может быть, я в какой-нибудь топ уже попадаю. Так, нам надо 3 миллиарда сделать, да. И мы с вами будем прокачиваться еще быстрее, ребят. Поэтому давайте мы сейчас с вами так и сделаем. Давай, 3 миллиарда делаем. И отлично. Все, ребята, сейчас мы с вами будем качаться еще больше. По 700 уже гантельку у нас дает. Давайте посмотрим на топ игроков, ребят. Может быть, я в каком-нибудь топе состою. Так, где здесь топы? Скорее всего, наверное, в первой локации. Поэтому давайте мы с вами в первую локацию вот сюда переместимся и попробуем найти топы. Так, что-то я, ребята... Либо я слепой, либо что, я топы не могу найти, ребят, смотрите. Странно, где топ игроков? Хочется посмотреть и увидеть себя в списке. Может быть, все-таки я там есть? Ну, что-то, похоже, забыли таблицу лидеров разработчики добавить, ребят. Как-то странно. Так, ну окей, погнали в последнюю локацию. Мы с вами должны сейчас попробовать допройти до туда, ребята. Вот, ну, до последнего босса я имею в виду. Так, погнали, мы с вами вот так экипируем еще одну гантельку. У меня уже 7 миллиардов, ребят. И 10 надо сделать, чтобы у нас была последняя гантеля. Ну, я думаю, мы сейчас с вами с легкостью это сделаем. Вы посмотрите, как чуваки прокачиваются медленно. И как я прокачиваюсь супер жестко. Да уж, интересненько, что из этого получится. Мне хочется посмотреть, я попаду в топ или нет вообще с такой силой, ребят. Во, у меня почти, смотрите, 10 миллиардов. И мы сейчас с вами получаем последнюю гантелю. Да, ребят, все, последняя гантель у нас. И 1000 она дает. Подожди, давайте еще раз проверим. Да, нет, 1500 она дает, ребят. Офигеть. Так, ну, в принципе... Я уже, наверное, могу победить вот этого первого босса. Давайте посмотрим, Candy Punk, как я его буду побеждать. Легко, 7 миллионов просто побед за бой, ребят, жесть. Ну-ка, вот этого смогу? В принципе, да, 180 миллионов, ребят. Ну-ка, вот с этого смогу я одолеть или нет? Ну-ка. Да, 900 миллионов, ребят, я получаю. Это просто капец. Это у нас какой-то гамми-бир, 60 миллиардов, но мне кажется, я его тоже одолел. Я 3 миллиарда с него получаю, ребят. Ну-ка, а вот этого гигантского, ребята, печеньку, гигантскую печеньку смогу одолеть или нет? А вот гигантская печенька очень сильно сопротивляется, ребят. Но мне кажется, все равно... Нет, она меня победит, да? Ну, скорее всего, да, ребят. Скорее всего, да. Давайте я вот так сдамся. Это, кстати, первый босс, который меня вообще победил.
Жесть, давайте так вот будем прокачиваться дальше. И, наверное, можно попробовать посмотреть питомцев, ребят. 15 миллиардов стоит у нас последнее яйцо здесь, да? Давайте вот этого гамми-бюры сейчас мы с вами несколько раз одолеем и посмотрим, что там за питомцы. Они вообще круче, чем у меня, интересно, или нет, ребят? Так, давайте мы автофайт включим вот так. Автофайт и гамми-бир. Все, давай будем сейчас с тобой сражаться. Жесть, у меня 13 миллиардов всего лишь, я его побеждаю. В смысле, что это было? Почему я проиграл? Не понял. Еще раз. Давай, давай, давай. Я должен... А что, я сейчас проигрываю почему-то, ребят. Чудо как-то странно, окей. Так, ну у меня 7 миллиардов на... Да, ладно, давайте вот это вот посмотрим, ребят. Вот это яйцо, Ginger Egg. И что там у нас за питомец? 450 всего лишь дает, ребят. Так что мне, короче, надо прокачиваться и открывать последнее яйцо. Ну, последнее яйцо, наверное, будет такое же, как вот донатское, ребят. Скорее всего, мне так кажется. Ребят, если вам понравилась эта игра и вы хотите увидеть меня в топе, то обязательно пишите об этом в комментарии в следующем видео. Я одолею этого последнего босса, и мы с вами попадем в топ сильнейших. Всем, ребят, пока-пока.